Добрый день, уважаемые слушатели! Представляю вашему вниманию цикл лекций по психологии, который входит в состав дисциплины «Культурология и психология». Хочу пригласить вас в увлекательное путешествие в мир психологии. Я каждую лекцию построила таким образом, что обязательно есть теоретические знания и практическое применение. Каждая лекция содержит мысль для вас, уважаемые слушатели, чтобы вы не просто послушали, вышли и забыли, а чтобы вы могли применить полученные теоретические знания на практике. В частности, в материал по психологии входит введение в специальность, знания о психических процессах, о психических состояниях, о психических качествах личности. Обязательно, как обязательный элемент, я включила такие материалы, как осознанность, сознание, мотивация, эмоции, эмоциональный интеллект. Почему? Потому что мало знать теорию, нужно обязательно знать еще механизмы применения теоретических знаний в психологии и в нашей ежедневной жизнедеятельности. Обязательно включены такие темы, как общение, в частности, три стороны общения – интерактивное, перцептивное, коммуникативное. И также я в лекцию включила вопросы конфликтологии. Сколько живет человек, столько он находится в конфликтах. Страшен не сам конфликт, а страшны его последствия. Поэтому я даю теоретические знания о том, что такое социально-психологический конфликт, и о методах выхода и предупреждения таких конфликтов. Также я даю лекционный материал и для самопроверки слушателей даются тестовые вопросы. Итак, внимание, я очень надеюсь, что вы используете материал, который я вам представляю данным циклом по психологии. Благодарю за внимание.